проект «Смотри Хабаровск», студия Эльвира Хандошко. По всей стране прошли полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Его цель – найти интересные проекты, которые помогут развивать в России внутренний туризм. Чего не хватает, в частности, Хабаровскому краю для развития внутреннего туризма и какие проекты могут в этом помочь? Обсудим с полуфиналистом конкурса, директором турагентства «Аквамарин» Мариной Ус. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и расскажите, давайте начнем все-таки про конкурс, поговорим сначала. Расскажите, что за конкурс и для чего вообще он проводится у нас в России? Ну, это как конкурс, чтобы отобрать самые лучшие идеи, самые яркие, их потом помогать реализовывать. Для меня это была лично помощь, именно экспертная поддержка, да, чтобы оценили проект, дали какие-то свои рекомендации наставники, чтобы его действительно потом реализовать. Угу. А много ли было представлено работ вообще? Да, насколько я помню, там более 30 тысяч заявок было подано, но вот в финал выйдет 200 человек. На нашем в городе, ну, в Краснодарском крае, было тоже 200 участников, отобрали 30 на финал. Пошли. Были разные площадки, да, где проводился да, конкурс? Да, было несколько городов, 6 городов, где проводились полуфиналы. И с каждого города отбирали по 15-20 человек на финал. Угу. У вас было очень необычное предложение. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Да, мой проект называется «Космос по рельсам». В номинации мы заявлялись как популяризация космической отрасли. Суть заключалась в чем? Чтобы мы сейчас занимаемся реализацией туров на космодром Восточный. Мы привозим туда детей, взрослых, посещаем все технические части, место сборки и разборки ракеты, рассказываем про наших первооткрывателей космоса и про то, как это начиналось и какое будущее нас ждет. Вот. Но проблема, как мы вот за несколько лет отследили, да, что все самолеты и все поезда к нам прибывают в город рано утром, а отправляемся на космодром поздно вечером. И вот этот день, чтобы погрузить людей именно в тему космоса, в космонавтику, нам нужна была площадка, где бы мы могли более подробно рассказывать, проводить какие-то мастер-классы, уроки, там, проводить эти эксперименты как космонавты. Вот. И отсюда зародилась как вторая часть проекта, это вот именно этот технопорт или там, ну, еще так точное название у нас есть, только дежурное, да, там, звездный городок, вот, где бы мы могли вот этот день занять, да, как и более подробно рассказывать про космос и проводить какие-то там мероприятия. А дальше уже отправлялись на космодром Восточный. Угу. Звездный городок, как вы его видите, что это вообще будет такое? Я вам все прям так не расскажу подробно, да, но вот сама идея в чем заключается, как я ее вижу. Сейчас идет, ну, нужно все равно себе отдать отчет, что лет через 5-7 космический туризм будет развиваться. Люди уже идет колоссальная запись на туристов в космос. Ну, они хотя сейчас очень дорого стоят, да, но тем не менее через там, несколько лет это будет более доступно. Как когда-то сотовая связь не была доступна для обычных людей. Также в скором будущем космос тоже будет, туры в космос тоже будут доступны. Главное условие, чтобы попасть в космос, это все равно здоровье, как ты ни крути. Нужно здоровье космонавта. И вот эта вот идея, чтобы идея и центр, где бы человек мог прийти, да, там, позаниматься, протестировать себя, сможет он полететь в космос, не сможет. Но так как бы пока в игровой форме кажется такой еще фантазийной, но тем не менее, чтобы можно было бы там какие-то провести вот... Как правильно сказать? Ну, то есть протестировать состояние своего здоровья, да, и готовность полететь в космос. Да, там побеседовать с медиками, да, и чтобы сделать какие-то рекомендации, как заниматься своим здоровьем, чтобы быть готовым в любой момент полететь. Угу. Ну и одна из целей, как мы с вами разговаривали, или даже миссии, можно сказать, этого проекта, это также популяризировать эту профессию. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Да, вот мое, ну как я считаю, да, что за космосом все равно будущее, все технологии, новинки, все добывается нам оттуда. И та страна, которая все-таки сможет охватить вот как максимальное количество, реализовать проектов, сейчас там идет борьба за Марс, да, там, за другие планеты. Чем больше
Ну, то есть за этим будущее все равно любой страны. Это все равно национальная безопасность страны. И чтобы туда прийти, в эту отрасль, ты за один год туда не придешь. Но нужна большая база знаний. Ту же физику, математику ты за год не выучишь. Поэтому детей нужно с детства приучать и туда влюблять их, внедрять в эту отрасль, чтобы они ей занимались. Поэтому мы делаем, как и вторая часть наших проектов, экскурсии, это именно образовательная экскурсия, где мы возим детей на инновационные центры, проводим им занятия с ведущими ректорами столицы, там, наших регионов, даже в Хабаровском крае, в Комсомольском университете, где преподаватели рассказывают детям вот про эти все новинки в технологиях, там, про робототехнику, автоматизацию, что обработка больших данных, что без этого будущее вообще немыслимо сейчас. И что от детей наших, как они смогут освоить вот эти все знания, будет зависеть и наше потом с вами будущее. Вы уже на сегодняшний день проводите экскурсии на космодром Восточный, также на Байконур, да, вы возили группу. Да. Почему вообще, как вы считаете, вообще, как это будет дальше развиваться? Почему именно Хабаровский край станет таким центром притяжения именно вот этой космической всей истории? Ну, во-первых, вот посмотрите, да, что происходит в мире. В Запад уже как бы отходит в прошлое, ну, если так вот глобально рассматривать. Все акценты переходят на восток. То есть Азиатско-Тихоокеанский регион, да, берет свое лидерство. Экономика, сейчас все смотрят на экономику Востока. Слово «Восток» вот сейчас очень часто звучит во всех вот из уст первых лиц. Это первый момент. Второй, Байконур, это единственный был космодром, ну да, не будем брать Илона Маска, сейчас вы внимание, да, единственный Байконур, который может запускать космонавтов, ну, живых людей в космос. А проект по Байконуру, он, это арендный, да, и все равно аренда закроется. И сейчас Роскосмос, госкорпорация Роскосмос, все ставки делает на космодром Восточный. То есть оттуда будут и запускать, и сейчас там строят большую площадку под большие ракеты, под Ангару. То есть все деньги и все внимание будет, уйдет на космодром Восточный. Соответственно, мы тут, и нам в спину дышит Азиатско-Тихоокеанский регион. Такой большой потенциал и людей, и заинтересованных, как туристов, и как в принципе, все движение будет вот на востоке. И сейчас вообще даже вот с западными коллегами общаемся, у них такое все равно прослеживается в разговорах, что тренд, и сейчас модно поехать на восток. То есть раньше было модно поехать на запад, да, побывать там, а сейчас модно на восток. Камчатка модно, Сахалин. Нужно, чтобы и Хабаровск тоже был модный. И у нас для этого, мне кажется, все есть. Только нужно, как сказать, наш выход сейчас, да, нужно мобилизироваться и сделать несколько движений, там, поработать, и у нас все получится. Какие у нас здесь в Хабаровске есть рычаги или якори для вот именно развития этой темы? Вот на сегодняшний момент у нас, мы создали программу, да, по следам Юрия Гагарина. Самый первый вот такой момент, который я отследила, когда Юрий Гагарин совершал свой первый полет, это, мне кажется, знаковый вообще момент такой, он совершал свой первый полет и летел на своем космическом корабле над нашим краем, он поймал радиосигнал «Амурские», и там звучала песня «Амурские волны». Эту песню мы в рамках нашей экскурсии слушаем в музее музыкальных машин, он включает пластинку, и там голос, и там эта песня звучит. Потом второй момент, Юрий Гагарин, когда приезжал к нам в Хабаровск, посещал город, он обращался к дальневосточникам, делал свое послание для дальневосточников, и эта запись с его голосом тоже мы включаем в рамках нашей экскурсии, ребята там все туристы слушают. Следующий момент, когда он посещал наш город, он потерял одну из своих звезд. И наша экскурсия называется «Как Юрий Гагарин звезду в Хабаровске искал». Эта звезда была одна из четырех, как высшая степень награды на то время. И из-за того, что было очень много людей, была большая давка, да, как говорят, что птице негде было сесть, он, видимо, где-то там затерлась она, но он ее потерял. Но нашел он ее или нет, мы все узнаем, когда побываете на нашей экскурсии. Такая маленькая интрига. Да. Вот. Ну и еще наша гордость, да, что наш земляк сейчас находится на МКС. Выпускник ТОГа, Петр. Да, Петр Дубров. Да. Ну и плюс еще один момент, да, у нас сам внук Юрия Гагарина сейчас работает в аэропорту. Это тоже такой один из ключевых якорей, повод
повод для гордости. То есть хорошая программа экскурсионная есть, космодром Восточный есть. То есть все, чтобы рассказать нашим ребятам, зарубежным ребятам, вообще все есть. Как жюри отреагировало на такую идею? Ну, одним словом, позитивно. Все очень заинтересованы. Ну, я говорю, все уже насытились Западом. У всех на слуху эти города: Краснодар, Питер, там, Москва. Все уже, ну, не удивишь их этим. А Восток – это дело такое, тем более Хабаровск. Еще когда говоришь, что у нас там 5000-ная купюра, да, что мы в каждом вашем сердце с нашим городом. Скоро, кстати, нас уберут с 5000-ной купюры, да? Но пока будем этим пользоваться. Хорошо, теперь давайте еще о конкурсе. Все-таки он задуман для развития внутреннего туризма в России. И пандемия показала нам очередной раз, что проблемы есть. Угу. Как вы вообще можете охарактеризовать нынешнюю ситуацию с внутренним туризмом вообще по всей России? Ой, такой сложный вопрос, это прям так просто не ответишь на него. Ну, проблемы есть, они в любой отрасли, в любом деле проблемы есть. Главные вопросы, как я считаю, как они решаются, и кем они решаются, и готовы ли их решать. Вот сейчас я замечаю, да, что наши первые лица, и даже нашего края первые лица, и министерство, и комитет по туризму, и руководители, они искренне заинтересованы в развитии, они искренне готовы помогать, вот, развивать. Вы только говорите, да, что надо, они готовы на все. Вопрос вот... Теперь с обратной стороны, что нужно нашим потребителям, клиентам, чего они хотят, это первый момент, готовы ли они вообще, заинтересованы ли они нашим краем, изучением его, да, там, путешествием. Например, в Японии есть целые программы, когда с первого класса детей возят по всем уголкам своего края, и они прям знают, ну, то есть это как регионоведение. Мне кажется, у нас раньше тоже такое было, сейчас как-то это все ушло. Но вот сейчас это все возрождается опять. Угу. То есть... Ну, то есть проблемы есть, они решаются. Вопрос времени и вопрос желания. Угу. Ну хорошо, но смотрите, в этом году вы находились в Краснодарском крае, там проходил ваш полуфинал, да, вот угу. Именно вы там были. И каждый раз это проходит в разных регионах. Но вы, например, были в Краснодарском крае. Вы посмотрели, что есть у них, и у них есть природа, у них есть море. Говорить про Москву, про Питер, про центральную часть России вообще бессмысленно, потому что у них огромное культурное история, наследие. Да. Да, наследие. Что есть у нас, вот, кроме космодрома, чем мы можем все-таки похвастаться? У нас, ну, это опять же мое, да, видение, у нас есть большой потенциал именно для промышленного туризма. Комсомольск на Амуре – это вот прям промышленный форпост, где огромное количество разных предприятий, заводов, и подводные лодки, и истребители. Все это можно смотреть, изучать. Это и взрослым интересно, и детям интересно. У нас даже вот на Комсомольск-на-Амуре у нас есть тур «Крылья Родины». Мы посещаем авиастроительный завод, и там прям ходим и смотрим своими глазами, своими руками, трогаем вот это крыло истребителя, которое потом летает и охраняет наши рубежи. Мы видим эти вот гражданские самолеты, как их собирают. Обычные молодые люди, ребята, девушки, они их клепают. Это все вот видно вживую, как это все происходит. То есть для промышленного туризма потенциал огромный есть, именно вот в Комсомольске, на Амуре точно. Ну, природа тут вообще не обсуждается. То есть тут работы, я не знаю, 5 жизней не хватит, да, чтобы это все... Ну, все это сделать. Угу. Да. А конкурентоспособны ли эти программы, вот такое направление туризма, с тем, что могут предложить там, на Западе? Ну вот по туризму, по экологии, по природным маршрутам я не работаю, да, как бы не могу сказать. А вот по промышленному мы уже немножко поработали, уже есть понимание. Например, авиастроительный завод, он уникальный, он единственный вообще, можно сказать, в мире. То есть такую машину, которую делают в Комсомольске, ее нигде не делают, ее никто не собирает. И вот увидеть ее, чтобы посмотреть на нее, едут прям с Чехии, с Финляндии, ну, когда пандемии еще не было, да, все было открыто, с Запада группы собирались. То есть это действительно интересно, это, ну, в чем секрет нашего успеха именно в этих боевых машинах. Тем более ты же там можешь поразговаривать с инженерами, зайти в конструкторское бюро, то есть увидеть это все изнутри, как оно все происходит.
ну, второй момент также с космодромом, да, там же мы с космонавтами, особенно когда запуск, там слетаются со всего мира космонавты и все, кто работает в этой отрасли, и ты обедаешь в одной столовой, да, и у тебя есть возможность просто с легендарными людьми выпить чай и спросить любой, задать им вопрос. Вот. И мы успели до пандемии немного поработать и вот по этим двум объектам, да, и интерес был и у Японии, и Китая, и Кореи, и с той стороны, и у наших соотечественников, западных школ, и с зарубежных. Ну, Финляндия, Германия почему-то интересуются. Вот. То есть я думаю, это прям более чем конкурентоспособно. И все-таки подтверждение того, что мы вышли в финал, это однозначно. Там жюри очень серьезно сидело, экспертная комиссия, ну, проверяла там все на живость, на живность, не на живность, как правильно. На возможность реализовать это все. Да, на возможность реализовать этот проект. Я думаю, поэтому мы и прошли, потому что он и им был лично интересен, там, я уже там заявки принимала. Уже группу собрали. Все-таки хочется вернуться к вопросу, почему у нас в России все так, ну, не будем говорить плохо, кидаться словами, не очень хорошо с внутренним туризмом. Чего не хватает все-таки? Сервиса, может быть, цены высокие, может быть, не хватает, в общем, чего, как вы считаете, изнутри? Да, ну, во-первых, если отвечать на такой вопрос, нужно понимать, кто стоит за этим, кто эти люди, которые стоят. Во-первых, когда клиент получает услугу, в первую очередь он же сталкивается с обслуживающим персоналом, который его кто-то учит. А кто их учит, где они? Они приходят к нам, например, на работу, они же ничего не могут, то есть их учишь заново. И вот это вот качество гостеприимства, да, доброжелательность, вот эта тактичность к иностранным гостям, к нашим гостям, ее тоже нужно, тоже за один день ты ее не привьешь, ее нужно воспитывать. Как раньше же было, мне кажется, такой культ, страна гостеприимная у нас, да, считала всегда. Вот почему-то это, про это забылось, но нужно, наверное, время пришло вспомнить. Вот. Второй момент, почему у нас все так? Да просто потому, что нужно работать в этом направлении. Все. То есть, как минимум, нет умения продвигать свой продукт? Да его, наверное, это и не нужно было, да, никому. Было же проще, купил-продал там в Таиланд. Путевку продал, как бы там люди пусть работают. А это все равно огромный труд. Даже вот организовать тур по нашему краю, это же целая история. Вот мы когда начинали 2 года назад, это же был, я не знаю, мы спать не могли, это стресс сплошной был. То есть было нормально завести детей в вагон, где нет света, например, или где там земля видна с туалетов, да, там полы гнилые. То есть объясняешь, ну так как бы нельзя это делать. Там в столовую приходишь, повару нормально дать эту зеленую картошку. Ну извините, но это же тоже неправильно. Ребенок, он же тоже твой клиент. Сейчас вот прошло 1,5-2 года, слава богу, все вот в этом моменте уже все поменялось. То есть у нас уже новые инновационные вагоны, спасибо РЖД, что они прям прониклись этой проблемой, что красивая посуда, в USB эти стоят входы-выходы для зарядок, то есть все новенькое блестит, сверкает. Вагоны, которых даже на западах нет, у нас уже для наших детских групп есть. Второй момент, когда ты проводишь большую группу, через эти рамки, да, вот на вокзале, там же очередь, там же не только наши дети и туристы, а еще другие пассажиры. Это вот толкучка постоянно. Теперь у наших детей есть зеленые коридоры, то есть уже есть такое понятие, как организованная детская группа. Уже не только мы знаем и наши туристы, а уже и те, кто на маршрутах работает, уже и транспортная полиция понимает. И, ну и в принципе все, кто связан с этой работой, уже более ответственно, то есть они нас и открывают нам специальные ворота, да, могут подогнать автобус прямо к вагону, чтобы дети не шли там ни под дождем, ни эти вот лишние пути не совершали по этим мостам, по виадукам. Вот. Уже даже по поводу безопасности, это же тоже целая история. Не все же возьмутся вот на себя ответственность, да, именно по детям работать. Потому что почему? Потому что никто не знает, как с этим делать. Раньше работали, они все забыли, когда вот было туристами, не знаете, вот большие корпорации. Потом это все было благополучно забыто, сейчас вот начинают вспоминать. Тоже организовать безопасность на маршруте, это большая работа была проделана, чтобы и фельдшер приходил в вагоны вовремя, проверял там ребят. И транспортная полиция сейчас нам очень помогает. Вот. То есть это нужно все возобновлять, наверное, просто работать всем, понимать, что это... Что... То есть вы сейчас идете просто по такой непротоптанной тропинке, сейчас протаптываете, да? Протаптываем, да, но что делать?
Ну, плоды есть, как бы к нам, как бы с благодарностью, да, и те, кто, чья это работа, например, и ГИБДД тоже, то есть они, уже есть понимание, вот детская группа, организованная детская группа. Даже вот, например, мы в Китае выезжали, да, с детской группой, там у них была приоритетная посадка в аэропорту, приоритетно зеленый коридор там на вокзалах, то есть прямо у них везде это есть, звучит, детская организованная группа, туристическая группа, да, там даже вы таблички можете увидеть, для туристов, парковка для туристов. У нас же такого пока нет, но оно будет, это точно. Вот. И сейчас у нас тоже уже появляется в аэропорт, если привозишь группу, да, уже приоритетную посадку тебе дают, отдельную стойку регистрации делают. То есть уже у людей сознание есть. Нужно еще, наверное, год, может быть, два, когда до всех дойдет. Ну, будем ждать тогда повышения сервиса, будем ждать нового осознания, что туризм — это хорошо. Ну, а у нас в гостях была Марина Ус, директор турагентства «Аквамарин». Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм khv.tv. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на YouTube-канале телеканала «Хабаровск». Ну, а я, Эльвира Хандошко, и моя гостья, прощаемся с вами. До свидания.